Ну что, пришло время доставать нашу вкусноту. Ой, ой, берем захваты и достаем нашу конфету. Света так и нету, так извиняйте. Будем это все скрывать без света. Даша, сейчас смотри, будет пух. О! О! А! Так, ближе, ближе, смотри, смотри, открывает, папа открывает. Посмотри на эту красоту. А ну, вот так встань, чтобы этот свет чуть-чуть падал, вот так вот, да. О! Если бы не был свет, было бы картинка интереснее. О, все нормально, все никуда не протекло. Там вот, покажи вот это, вот, видишь, кипит, кипит, сок кипит, вот там. Сок кипит, все отлично. Сейчас достанем на какое-то блюдо и будем подавать. Подавать дичь от Валеры. Вскрытие курицы. Коко. Коко. Должно уже приготовиться. Тут вот грудка. Грудинка. А где я? Ты там, где всегда. А там апельсин еще есть. О. Кто любит крылышко? Йоу. Все. Я. Жирная? Не жирная вообще, это курица. Это что, сало что ли? Все должно отпадать от костей. Ой, красота. А Николь уже там это что-то колупается в мясе. Это да? Мне? Да. Тебе Николь, ночью. Вкусно? Ням-ням. Да что ж такое? Я очень тихо услышала, как папа... А Николь, а Оля помогала? Марк помогал? Мы подрезали вишню, да? Да. Это было сложно. И Кира помогала. Кто любит запеченный апельсин? В общем, это будет очень вкусно. Мы сейчас будем кушать. Потом я расскажу. Вечереет. Нам дали свет, ну сколько буквально там, на 2 часа. И все. И света опять нету. Это я от окна снимаю, пока еще не стемнело. Зажег каминчик. Сейчас он разгорится, только зажег. В общем, сидим без света. Вот это вот в комнате. А это пока от окна. Еще не стемнело. Эх. Вот наш каминчик разгорается. Что, Кира? Светло? Свет от камина. Да. Свет от камина. У нас есть свет. Как раньше жили 200 лет назад, да? Ой, красота. Есть огонь, есть свет, есть тепло. Живем. Хорошо, что мы поставили этот каминчик, буржуйку эту. На углях можно картошку запечь, если совсем плохо. Да, Кир? Да. Надеемся, что совсем плохо не будет. Всем доброе утро. Так света нам и не дали. Ни вчера, ни ночью. Вот утром встали. Света нету. Обещают аж вечером, 6 часов. 6 вечера, что-то такое. Посмотрим.
Хорошо, хоть газовая плита. Можешь горячо подготовить кофе, сделать чаю. Вот такое. Кто там так громко хомячит на кухне? Ну, тут Николя завтракает. Все уже позавтракали. Да. Мне было слишком мало. А ладно, мало. Потом еще поешь, когда мама встанет. В общем, старшие идут в школу, младшие остаются дома. Типа на дистанционку. Ну, понятно, что никакого учебы не будет у них, потому что света нету. Ура, каникулы. Ура, каникулы. Такие нам не нужны каникулы. А потом немножко позже включу генератор. О, что-то где-то ляпнулся. Темно, не видно. Ням-ням. Ой. Да. Как сейчас люди в домах, в квартирах без отопления, без воды, без света. Да. Ну да, что в этих домах девятиэтажных. Все. Света нету, насосы не работают, воды нету. Еще немножко пожили, без отключения сейчас опять начнется. Ну, главное, живы, здоровы, проснулись, уже хорошо. Вот сейчас покажу такое интересное явление. Забор дымит. О! Класс. Получается влага. Вот видите, как это приморозок окна в грунте. Ну и металлический забор тоже с той стороны трошечки так вот схватился. А теперь солнце вышло, нагревает забор. И вот такой вот туманчик из воды. Классно смотрится. Так, ну что, где ты? Где вы там? Все, поехали в школу. Поехали. Включил генератор. Ну, теперь хоть, как говорится, цивилизация вернулась в дом. Можно отопление немножко прогнать на нормальной температуре. У нас как бы котел АГВ. Знаете, есть у него плюс, что когда света нет, там... переключил, и он как бы самотеком идет. Ну, эффективность, конечно, не такая, как с этим, с моторчиком, с водяным насосом. Но что-то греет. Поэтому как бы совсем плохо у нас. Даже если когда совсем плохо, то у нас трошечки батареи теплые. Да. Ну, а сейчас вот включил генератор, включил насос. Прогоню сейчас, прогрею дом хорошо. В принципе, погода... сегодня, как и вчера, прекрасное. Супер солнце. Выйдем еще на улицу, потом поработаем. Дети, конечно, которые дома остались, не учатся. Какая учеба, если света нет. Маша с Дашей хоть пошли в школу, так там есть учеба. Ну, а мы дома пока. Ждем света, ждем какой-то информации, потому что что если вообще в соцсетях все тихо, глухо, аварийное отключение и все. Сижу, пока монтирую видео для YouTube.